таможню. Ждем вылета. Сейчас сколько времени? Где-то 2 часа. У нас вылет 14:55. Чипсики едим. Вот. И кофе пьем. Как ты, Вов, себя чувствуешь? Жалко PlayStation оставлять. Да? Только это? Вот. Немножко грустно, конечно, уезжать. Мы так и не успели дома побыть толком. Эти пару дней собирались в основном, делали какие-то дела и вещи собирали. Вчера я собирала, что мне какое-то пятно здесь потупло. Я вот постриглась и покрасилась. Все, идем на посадку. Ой, у меня упал билетик. Ваш билетик? Мой билетик. Ну все, мы долетели до Стамбула. Это наша неконечная точка. Это наша неконечная точка. Мы полетим еще дальше. Пока что у нас пересадка 3 часа. Мы зашли покушать в наше в любимое место Вована, когда мы жили в Стамбуле. Пришли в Биг Шеф. Вован завидует, наверное. Как ты себя чувствуешь, Вова? Нормально, хочу пить только. Мы прилетели в старый аэропорт. Ну, здесь тоже неплохо. Да? Сейчас покушаем нормально, потому что никогда не выбирайте лететь Пегасом. Они даже воды не дают. За такие деньги огромные даже воды не дали. Только все можно купить у них. Еду тоже можно только купить. Поэтому... Даже в Победе. Да, блин, даже в Победе дают водичку. Да. Мне тут принесли чаечек с печенечкой. А у Вовы сок яблочный. Сейчас еще принесут Вовину пасту и мои митболы. Заказал митболы. Немножко пасточка. Ничего страшного, это что, остать? Да, из деревни. Приятно, здесь очень красиво. Ой, тут очень красиво. Ну, короче, мы поедим то, что осталось. Какие-то финики. Давай. Я возьму тарелочку. Красивые тарелки очень. О, какую-то колбаску кладет себе. Я положу. Эту. Что мы тут набрали? Круассанчики, кофе. О, вот. О, что-то совсем чуть-чуть тебе я взял какой-то поел чуть-чуть. Омлетик, сосисочки. У меня тут просто огромная тарелка. Ну вот, сыр. Где ты нашла вот это? Там лежало. Что такое? Сыр, сосисочки, картошка с какой-то фасолью, хумус, кукурузка. Вот. Тут вообще очень приятно и очень красиво. Такое прям, как будто какая-то пекарня, кофейня в Питере. Очень красиво. Это приятного аппетита. Пришли на 7-й этаж. Тут должна быть прачечная, бассейн и всякие аппараты. Вот прачечная. Нужно зайти заодно посмотреть, сколько стоит, чтобы я потом постирала. Хотя там кто-то уже стирает. О боже, так жарит прям вообще. Бассейн, кстати, классный. Пойдем с тобой купаться. И вид, правда, на этот. На дорогу и на стройку.
Ну тут классно, можно поваляться и заказать что-нибудь себе. Еще какая-то зона. Видимо, можно просто посидеть там. Да, такая лаунж-зона. Просто зона, чтобы отдохнуть, наверное. Площадка детская. Здесь просто чисто это район дома. Спальни, да? Ну не спальни, видишь, какие-то виллы одни. Вот просто весь район. Бассейн, это все. Виллы. Да. Круто, конечно, они прям выглядят офигенно. Чем все нормально, очень хорошо. Кто-то занимается йогой. Улица, да? Блин, ну тут прям очень хороший зал. Я провижу отсюда. Ну, то, что скидывает, что там смотри, смотри, какой-то этот. Нет, прям очень хороший зал. Ты что, Володь, показываешь, что у меня там три велика стоит и все. Там прям да, беговые дорожки очень хорошие. Здесь вот раздевалки, мужская, женская. И вот здесь вот выход к бассейну. Блин, я теперь хочу в бассейн. Пошли с Вовой искать еду. Хотела очень сильно в Макдональдс и зайти в продуктовый магазин. Заодно покажу, что там продается. Здесь так красиво. Вот. Такая, похоже на какие-то эти. Как это не вилла? Что это называется? Тенхаусы, да. Арабские тенхаусы. Выглядят симпатично. А, точно. Тут какие-то частные сектора, причем он очень большой, я показывала из окна. И тут вот такая поляночка, какая-то детская площадка, полочка. Вот, и все очень похожие между собой виллы. Там сюда, да? Да, вроде. Смотри, сколько птичек. Очень много птичек. Похоже на каких-то попугайчиков, да? Мы дошли до Макдональдса. Вова его закрыл своей головой. Вот он. На самом деле, довольно быстро дошли. И очень красиво. Сейчас покушаем и пойдем в магазин. На улице жарковато. Хотя сейчас намного лучше, говорят. Сейчас плюс 35 и прям хороший ветерок. Сказать, цены тут явно дороже. Мы взяли всего сколько? 5 позиций. И вышло сколько? 60? 63? 67 дирхам. Это точно 63 дирхама. Мы взяли сколько? Ты, а, Вова взял какой-то комбо. Комбо с Биг Тейсти. Кола, Биг Мак и обычная картошка. А я взяла латте, пончик и какой-то в пите, что-то с курочкой. Арабия чикен. Ну, я даже не знаю. Ну, мне кажется, все дороже, чем у нас. Не намного, мне кажется, но дороже. Да. Тут приятненько. И холодно. Думала, мне с той стороны садиться. Вот так примерно выглядит. Биг Мак обычный. А почему у нас две картошки? Видимо, кашу тоже картошка. Нет, я же сказала. Ну, я дешевле, видимо, комбо пробить. Ну, ладно. То пошли в продуктовый магазин. Купим что-нибудь на вечер, нам покушать. Немного дороговато. Постоянно есть в ресторанах здесь. Прикольные тыковки. Да. Мандариночки вон. Батат. Здесь тоже всякие печеньки на Хэллоуин. Думаю взять готовые еды себе на вечер. Рис тут есть, курица. Вон кисло-сладком каком-то соусе курица. Курочки жареные. Какая-то выпечка.
рыбка, салатики есть. Нормально. Мы взяли себе курочку в кисло-сладком соусе и рис. Еще? Да, еще. Это целый зимний городок. Ого. Блин, классно. Горки тут всякие. Можно кататься на них. Прям настоящая зима. Ой, там прям высоко. Видишь, поднимаются эти. Канатная дорога. Классно, конечно. Так он прям большой-большой. Круто. Мы пришли в Snow Cinema смотреть фильм. Как зимой, одетые. Нам выдали тут перчатки, обувь и теплую одежду. Круто. Вон девочки тащат нашу одежду. Одетые. Выдали нам сапоги, вот такие вот пуханы. Это, конечно, все очень увлекательно и интересно. Там еще должны быть, видимо, какие-то пингвины. Сходим посмотрим. Так, куда это все прикладывают? Настоящий снег! Боже мой! Так вот этот кинотеатр. Мы прямо здесь будем сидеть. Боже, очень круто. Мы так радуемся зиме, как будто мы не из России. Тут так холодно, что у меня даже фар изо рта. Нас накрыли. Thank you. Шапочки. Честно говоря, холодно, пипец. Шапка маленькая, мне голова большая. Сейчас должны еще принести попкорн, да, и горячий шоколад. Сегодня едем смотреть на Бурдж-Халифу первый раз, да, и решили поехать на метро. Солнце сильно светит, мы уже почти дошли до станции, наверное, нам минут 15 до нее идти с отеля. Так вот мы переходим дорогу, там вход в метро, и вот здесь ходят поезда, так что должно быть красиво. Это такой типичный, видимо, спальный район. Но все равно красивые дома сами по себе. Даже если учесть, что это обычный спальный район. Жара. Жара вообще сегодня 37 градусов. Это в тени, я думаю. Сейчас будем покупать билетики. Какая номер? Да, я знаю, Бурдж-Халифа, так и называется она. Бурдж-Халифа, да. Вот это. Знаешь. А сколько стоит-то? 8.
входит 16 дирхам за два билета, за обычных. Если по карточке, то выходит намного дешевле. Но мы карточку брать не будем, потому что нам один раз на метро проехать. Тут так хорошо. Кондиционируем помещение на улице. Ужасно жарко. Поднимаемся на эскалаторе. У нас обычно вниз ты спускаешься, а здесь наверх. Народу практически нет. Посмотрим, как будет в вагонах. Сойдет. Полукруглый, смотри. Ты сидишь там вообще? Вова мечтает о таком столе для работы. Ходить тут, представь. Вообще топ. Сразу весь код, говно код влезет на экран. Rapper, come on, give me credit. I don't need to do reactions to get views, okay, I said it. Not a label rapper, I'm way too offensive. Go ahead and call me clickbait, I'm in millions independent. I'm not a mumble rapper, y'all understand every single word. I'm not taking Xanax, rapping about money, liquor and girls. Not a SoundCloud rapper, I got hits you actually have heard. I exist outside the internet, done shows around the world. Not a boom bap rapper, I'm not stuck in 1990. I like Wu-Tang, but that vibe is kinda old and grimy. Not a conscious rapper, all those rappers sound like SJ Dubs. Not a gangster rapper, cooling up without being a thug. I'm a country rapper, I don't play guitar. Сейчас посмотрим на выступление, там просто вообще одинаковые чуваки. Еще людей тут кушает. Мы тоже будем кушать. Да, мы устали. Нас тошнит, потому что укачало. Вован, сними. Давно его не было в блоге. Вован. Давно не было там. Сколько там, парочку видео было. Вован. Что мы устали и уже хотим домой. Но сейчас мы будем кушать, и мы надеемся, что будет очень вкусно. Заодно покажу. Вот. Да, если нравится еда. У нас тут вип-стол. У всех вон обычненькие такие. У нас большой. Что тут принесли-то? Хумус. Дрожжечки. Ой, мой любимый хумус. Какие-то вкусняшки. Что это? Овощи. А это что? Маленькие фалафельки. А что это такое? Шаурма. Такая маленькая шаурма. Курочка тут. We're sitting there. Yeah.
Gate 4, there's no way out. Gate 5, feel the fire. Сейчас попьем кофе и двинем домой к Вовану. Вечером у нас самолет. Вован улетает в Израиль без нас, а мы улетаем обратно на Бали. Вот. Вовочка вот сидит, чемоданы наши, сумки, вкусный кофе. Что, Вов, ты рекомендуешь этот отель? Отель крутой, да. Да, нам очень понравился. Дешево и красиво. Вкусные завтраки и дешевые завтраки. На человека стоит 40 дирхам один завтрак. И это, если считаете, что это Дубай, это очень дешево и очень вкусно. Обычно пиво по 0,5 стоит 40 дирхам. Да. А здесь очень красиво, очень красиво. Такой свежий ремонт, классный, очень хороший персонал. Многие русскоговорящие даже здесь есть. Вот, поэтому мы советуем, напишем, как называется отель. Да? Мы приехали в аэропорт уже. Здесь огромная очередь на гейт. Мы уже, если честно, опаздывали, думали, что мы... почти опоздаем. Теперь пьем кофеечек, сидим, ждем, пока все закончится. У нас тут новый осенний кофеечек горячий. Вовочка. Pumpkin spice. Ждем вылета. Пять утра. Мы в Маниле. Сейчас еще пересадка. 10 часов осталось. Есть фильм какой-то про Манилу, да? Я не помню. Пересадка 10 часов, потом еще 4 часа нам лететь до Бали. Но прилетим мы уже туда 12 часов ночи. Мы так и не поняли, почему на Филиппинах до сих пор Новый год. А самое смешное, что здесь нету обмена валют. Но в кафе принимают доллары, но не могут дать сдачу. Либо могут дать сдачу только в песо. А нам как бы они нафиг не нужны. Поэтому я даже не знаю. Может быть, мы будем голодные еще часов 8, пока не улетим отсюда. У нас есть еще с собой эти всякие штучки, вкусняшки. Но не хочется, потому что желудок уже и так очень сильно болит. Вот. Ну и если ничего не найдем, то придется уже есть то, что у нас имеется. Молодой парень купил нам на свою карту. Видимо, она какого-то другого банка или другой страны. Вот. И нам купил чай и кофе. А Вова ему отправил на обычную русскую карту. Но Вова решил попробовать скинуть себе на балистку, которая у нас есть. И заодно и проверим, работает она сейчас или нет. Сейчас попозже сходим, может быть, за какой-нибудь лапшой или шоколадкой. Там проверим. Как голова грязная, господи. Вот.
А пока кушаем купленные ранее в Старбаксе сэндвичи. Такие вот сэндвичи. Кто уже свой съел? Кофеечек, фильтр. Вон тот парень в клетчатой рубашке, который нам помог. Спасибо ему за это большое. Его зовут Роман. Роман, спасибо тебе большое. Иначе бы мы умерли просто с голода.